По-настоящему жарко было в Барановичах. Накануне пейнтбольный «Мотораут» собрал больше 100 участников. Это первая столь масштабная игра после появления в Беларуси официальной федерации пейнтбола. Состязания популярны, а из-за схожести с боями их сравнивают с подготовкой к армии. Отдельное требование и к полю. Стадион в Барановичах – один из лучших для подобных соревнований. Траншеи, препятствия, землянки, крепости, чтобы соперники максимально прониклись духом сражения. Это первый такой случай, когда игра была совмещена с музыкальным фестивалем. Вот. Сегодня у нас примерно посетило около 300 человек. Будем этим заниматься, мы будем это развивать. Мы видим перспективу этого спорта. Игра получилась международной. Среди участников белорусы, украинцы и россияне. Лучших наградили медалями. Для тех же, кто не рискнул выйти на поле боя, организаторы устроили конное шоу и вечерний концерт.